Зарядка для ума. Шахматный турнир «Одесская осень» стартовал в отремонтированном здании на Коблевской. Один из участников, Даниил, с шахматами познакомился в 2 года. Теперь это его любимая настольная игра, говорит мальчик. Я решила ими заниматься, потому что просто мне не нравится. Благодаря усилиям функционеров Одесской городской федерации шахмат и Алексея Алексеевича Гончаренко, который является президентом городской федерации шахмат, мы восстановили клуб, бывший клуб центрального района. И сейчас мы начинаем турнир. Состязание простым не будет, уверены организаторы. Это будет настоящее противостояние опыта и молодости. Самому старшему участнику, ветерану, 85 лет. Самому юному у нас 8 лет. Участники будут соревноваться на выходных в течение всего октября. В турнире примут участие 20 шахматистов. Открытие этого центра шахматной культуры, именно так я бы это называл, станет такой вехой в развитии шахмат в нашем городе, а именно даст какой-то новый маленький толчок к тому, чтобы больше людей играло, больше детей занималось. Потому что шахматы – это замечательный вид и спорта, и искусства, и науки. Все это на таком стыке, и он очень много приносит тем, кто им занимается. Победитель шахматного турнира «Одесская осень» станет известен в конце октября по итогам всех туров соревнований.